сегодня решила приготовить я шурпу. Давно я такое не готовила. Почистила картошку. Сейчас быстренько порежу ее для моего, для шурпы. Ну, конечно, для шурпы картошка должна быть крупная. Но у меня будут детишки ее кушать, поэтому я не буду крупно резать. И еще сегодня обратила внимание, что у меня очень много свеклы, и она пропадает. Надо что-то делать со свеклой. Решила я сегодня сделать винегрет. Сейчас здесь, вот не знаю, видно, не видно будет, почистила свеклу. Картошку отправлю сейчас я в шурпу. И мне надо будет еще картошку почистить и морковушку для винегрета еще. Что у меня там? Нет, дружочек, мы еще дальше готовим с тобой. Решила отключиться плита. Она решила... Почему-то решила, что уже она приготовила все. Винегрет я готовлю очень простым способом. Не так, что, как многие, сначала варят овощи, а потом уже начинают их чистить. Я это все делаю сразу. То есть я чищу, и потом уже чищенные овощи я их начинаю варить. Это гораздо быстрее, чем потом вареные овощи начинать очистить. Я ненавижу чистить свеклу и картошку уже вареные. Поэтому, особенно картошку, я ее очищу и режу, пока она сырая. Получается, я вам покажу сейчас, как это делается. Те, кто мой канал уже смотрит давно, те знают, как это здорово и просто приготовить винегрет именно тем способом, который, как делаю я. И я вам тоже его советую так попробовать. Закидываем картошку. Мне тут чуть-чуть, и она уже, шурпа будет готова. Чуть-чуть осталось. Лаврушку присылала подписчица Олеся, у нее дочка Кристина есть и сынок Лев. Огромное им спасибо. Уже, наверное, года два пользуюсь этой лаврушкой. Она остается такой же красивой, такой же зеленой. Она была на такой вот ниточке, я их сняла, видите, дырочка осталась. И сложила. Каждый раз, когда достаю эту лаврушку, вспоминаю о ней. Спасибо тебе большое, Олесь. Где-то у меня тут перчик черный. И потом еще добавлю, когда уже сварится. Очень вкусно пахнет. Забросила я картошку. Конечно, по рецепту картошка, она должна вариться прям целиком, поэтому ее закидывают раньше. Но у меня будут кушать детки, и поэтому я ее порезала помельче и закинула немножко позже, чем должно быть. Моя шурпа уже практически готова, сейчас сварится картошка и будет готова. У меня очень шурпу любит Роман, он любит баранину, и поэтому вот, шурпа это его, одно из его любимых блюд. Деткам тоже полезно, там говядина и шурпа. Господи, там говядина и баранина, что попало, говорю. Значит, я была очень удивлена, когда я посмотрела передачу «Здоровье», и там говорили про продукты, которые лучше всего употреблять беременной женщине. И в топе стояло мясо баранины. Представляете? Поэтому для деток это тоже будет полезно. Сейчас оно все сварится, пахнет очень вкусно. Начала чистить свеклу, и потом Танюшка затребовала маму. Была она сытая, но потребовалась ей титькам для того, чтобы уснуть. Сейчас я буду дальше продолжать. Здесь я уже почистила, показывала, почистила свеклу, но она у меня заветрилась. Ну, ничего страшного. Сейчас почищу еще морковушку, вон она у меня лежит. И картофель для моего винегрета. У меня есть закатанные огурчики, которые я закатывала еще осенью. С Романа попрошу, он с подвала достал. И еще домашний кетчуп попрошу его достать. Наверное, завтра приготовлю пюре. И будет у нас с огурчиками и с домашним, пюре, с домашним кетчупом. Очень меня любят детишки есть пюре и с огурцами солеными. А у меня огурцы в таких больших 3-литровых банках.
Поэтому здесь другого варианта не останется, как сейчас положу винегрет и завтра тогда сделаю пюрешечку. Будем с огурчиками кушать. Почищу сейчас картошку. Картошку я мою и потом ее достаточно таким толстым слоем чищу, для того, чтобы досталось животным еще. Потом овечкам мы отдаем. Все, почистила. Сейчас эти овощи, очистки точнее, сложу. Вот тебе на вечер приготовить ужин. Вот столько надо приготовить у нас на один прием еды. Полез Роман в подвал. Вот такой у нас подвал. Он весь сделан цементом. То есть очень хороший подвал у нас сделанный. И здесь только единственное, Роман никак не может сделать лестницу. Кто же потом говорит, вот вы все успеваете. Не успеваем. Вот лестницу никак не успевает сделать, и я туда не могу лазить. Я, кстати, про нее же уже и забыл даже. Что я не это просил. Да. Так а что, ты с огурцов принесешь или что? А, ты даешь? Все, спасибо. Еще домашний кетчуп дай, пожалуйста, Ром. Что там прохладно? Они там не позамерзали, банки? Нет, ничего. Нормально? С пола прям, вот на. Смотри, с пола прям. А, да, отличненько, какая холесенькая. Спасибо большое. Ну все, это. Что, одно или две? Да, ну, давай две. Я давай с разных этих. С разных, ты имеешь в виду то, что мы закатывали, с разных партий? Да, партий с разных. Так, отходите отсюда, пожалуйста. Так, ну все. Хорошо, вылазите, пожалуйста, господин. Папа, ну-ка, там можно упасть. Да, там можно упасть. Я плаваю. Можно упасть, а можно не падать. Я люблю. Да, да, да. На бутылке вкусные. На бутылке водой еще нам съездить. Да. Да, вода закончилась. Шурпа готова. Выглядит она вот таким вот образом. Вот такая вот шурпа у меня получилась. Очень вкусно пахнет. Сейчас будем кушать. Лида, это что такое у тебя за наряд новый? Я не могу. Это же шоу. Ой, не могу. Смотри, вот какие вот. Чеблеток. Она в них же еще залазила. Блин, Оксана, замечательно. Шурпа, пойдем быстрее кушать. Очень вкусно. Вообще вкусно. А я знаю. Вот тут. Мама, а я хочу огонь. Нормально? А ты чего говорил? Я хочу огонь. Ой, какая красивая Гера. У нас люди посмотрят, скажут, уже февраль, а у вас все стоит елка. Нам нравится. Мы ее никак не убираем, хотя уже пора убрать. Я думаю, может ее разрядить, и пускай пока еще постоит елочка. Очень даже мило смотрится. Лида, не трогай киську. Мяу, не трогай ее, пожалуйста. Тятя. Ты же знаешь, как она тебя обижает? Мама. Как тебе больно потом? М? Она в этих чеблетах. Знаешь, как больно обижает тебя? Помнишь, как она тебя царапает? Поэтому не трогай ее. Тата. Тата больно кусается. Да? Больно кусается тата? Да.
что елку надо будет разрядить, убрать, это уже. Уже все смеяться будут. Что ты там, Лид? Давай садись, кушай. Это кроссовки Артема. Зачем они тебе? Лид, зачем тебе эти чаблеты? Садись, кушай, Лид. Мама. Мама, а я мои еду. Поддержите меня себе. Ой, не могу. Ой, не могу. Ой, это что-то, это нечто. Ой. А где Дианочка? Диана! Доченька, пойдем кушать. Идем скорее, моя красавица, идем. Че моешь лёдки, ты чё? Чё ты? Не слышу тебя, Анюта. Иди садись кушай, я тебя слышу зато. Иди садись, будем кушать. Давай, двигайтесь туда. Я хочу огурчики. Огурчик да, хочешь? Да. Ну сейчас открою, дам. Я бы тоже не отказался. Угу. Мама, мама, Лида, не трогай тятю, сядь покушай, пожалуйста. Садись, покушай. Давай, садись, кушай. Манька. Садись, кушай. Ой, я же хотела перец взять красный. Садись, пожалуйста. Что он лежит? Это мясо будет. А мясо есть? Мясо есть или нет? Не понял. Мясо есть или нет? Ну вот у тебя где-то попало, что ты не видишь? Есть или нет? В смысле есть или нет? Бегай, бегай. Где? Давай. Ну ладно. Кедрска. Ну-ка сосусит, а не возьми себе другой стул. Я хотела ее на коленке. Ну не хочет она на коленке, не видишь что ли? Лида, пойдем ко мне с папой, пойдем посидишь. Она тата хотела. Что она хотела? Кошка. Кошка ушла. Мясо тебе хорошее положила? Какое? Ой, красный перец. Прошу прощения. Давай, давай. Идем. Оба. Лида, у меня уже большая девочка, да? Ну, самостоятельная. Ну, приятно. Вкусно. Давай кушаем от хорошего. Лидия, давай, начинай кушать уже. Что? Не надо пальчиком тыкать. У тебя уже вот ложечка. Смотри, какая красивая у тебя ложечка. Тетя Люба, видишь, тебе прислала какую ложку классную? Классная ложечка. Ни у кого нет такая, только у тебя. Папа, очень вкусно. Папа. Да. Молодцы какие все, глянь. Какие умницы, все кушают. Надюшка молодец, кушает. А Ива и Надя. Кушай, кушай, пожалуйста, потом поговоришь. Ты сначала прожуй, Надюш, потом уже говори. Покушай лучше. Артем, ты что, мясо не хочешь кушать? Ну надо кушать, оно полезное. Оно вообще полезное. Мясо Артем. Надо кушать, баранина очень полезная. У нас Надюшка хорошо кушает мясо, да? Умница, Надюшка самая лучшая всех мясо кушает, она любит мясо. И рыбку любит Надюша у нас, да, и мясо. Да, и мясо, и вон Дианочка тоже, молодец, какая Диана. Попробуй, да, Диана? Попробуй, Дианочка, умница моя. Я люблю мясо только свинину. Свинину любишь? Мама. Может, поросенка заведем? Заведем. Вроде, да? Так, привет всем. Сегодня вот Артем, привет, Маши. Приехали с Артемом сегодня на источник. Факт в том, что не знаю, последнее время что-то какая-то вода у нас стала не очень по вкусу, поэтому решили ездить на
источник, набирать воды и, в общем, ну, чтобы чай пить, допустим, так как бы, ну, суп, допустим, сварить можно и с нашей воды. У нас где-то неподалеку есть источник, факт в том, что я о нем слышал, но не ездил ни разу еще туда. Факт в том, что туда я не поехал, просто повечерело уже, то есть надо поехать туда днем и найти его, как бы посмотреть все, как что там. Надо, ну, на выходные, может, как-то будет время, съезжу, посмотрю. Сейчас мы стоим с Артемкой там, пока вот, я не знаю, видно, нет, там очередь, ожидаем, дождаемся своей очереди. И даже, видите, на источник есть очередь. Говорю, минус 30 где-то на улице, я багажник не открываю, поэтому вот так вот бутылки с собой через двери, потому что в мороз открывать заднюю дверь, ну, то есть багажник, опасно, потому что в этом году уже менял лето ароматизаторы на задней крышке багажника. Вот, и в этом году я не хочу как бы менять их, потому что я как понял, на морозе лучше их не открывать. Новые куртки вот с такими наушниками. Ну, классные наушники. Наушники прям, ну, в куртке так. Да, салатовые. Прям вот так вот вшиты, не знаю. Он говорит вроде, что классно работает, да, музыку слушает. Вот, ладно, пойдем сейчас уже набирать. Вроде бы там уже утаскивают, нет, стоит он еще. Очереди, ладно, подождем сейчас. Да надо будет заехать купить хлеба. Вот, я еще, блин, оделся такую рабочку. Ну ладно, ничего страшного. Ладно, будем дожидаться своей очереди и пойдем. Вот. Ты что, Артемка? Музыка, да, с музыкой? С музыкой. Вот такие дела. Так, набрали водички. Плохо сейчас, быстро темнеет. Не знаю даже, как снимать. На улице не поснимаешь. Одна бутылка двадцатка нормально вошла. То есть там как бы источник, труба выведена. И все обмерзло по кругу. Если в следующий раз сюда же поеду, то обязательно возьму с собой какой-нибудь инвентарь, какую-нибудь приспособу, чтобы подолбить немножко. Потому что у меня один бутыль прям вообще не так, не сяк. Приходилось там как-то маленько ухищряться, чтобы это все дело набрать. Неудобно с этими бутылками ездить. Что-нибудь типа фляги какой-то пластиковой, допустим, даже если. А даже две, наверное, 25-ки взять. И как бы это, блин, я думаю, будет лучше, чем с этими бутылками. Неудобно с бутылками. Все, сейчас поедем в магазин, еще надо заехать. Нам позвонили, пока мы ехали. Ну и все, в общем, пока. Тёмка, машина.